Чуть позже глава Ингушетии провел совещание на работе карьеров по добыче полезных ископаемых на территории Ингушетии. Так, в регионе в пользовании находится 30 карьеров, 13 из которых не осуществляют свою деятельность в связи с отсутствием спроса на добываемое сырье. Два участка находятся на стадии геологического изучения. Руководитель региона дал поручение провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Ингушское карьероуправление». Он сказал о необходимости разработки плана по финансовому оздоровлению предприятия, который позволит вывести предприятие на необходимую рентабельность. На совещании также шла речь о досрочном прекращении права пользования участками недр, пользователями которых не соблюдаются установленные требования. Без отца их никто не слушает. А если бы он знал, он бы всем сказал: «Кайнах, ваши жердуйте, вождуйте, ермарху дачу. Вот ваша доля, остальное копилку государства. Мы все должны погасить это». Отчисления, налоги, цахам да скажешь. Поэтому разберитесь с этими участками, почему они закрыты, и почему там, я сейчас хотел вот именно, чтобы услышать, почему отдали Актемиров холос, Евкуров холос, Гагиев холос, Водилов холос. Если вы ему отдали в аренду карьер, то вы ему обижите его, фридидиживаясь. Эрин фридидиживаясь, Сарах фридидиживаясь, Бета фридидиживаясь. А что эти, не замышлял выйти на аренду, знаете, он же сам хочет в аренду взять. Тогда обижите его тогда, чтобы он долги не накапливал. А первое, что он долги там на этом карьере гасит, б, он наращивает там уже доходы. Шинплан, ясно, азиарди, представитель правительства не утвердил у вас план. Вице-премьер не утвердил. Ты план карьеру управления не утвердил. У начальников карьеров нет никакого плана. Ханикишук, план хал, частный, не частный хал. У кого есть план, задание на квартал, на месяц? Вы пока всех не привяжете к общей системе, Бог убачен.